1959 году выходит в свет первый поэтический сборник Суинчева. До развала СССР их будет еще пять. Всего же литературные произведения Азамата Алимовича войдут в два десятка книг, и это не считая научных работ. Мен бу бедишни кёрмезем. Ай меде толке чалай да болса, яналдырмайым бермезем. Алайы терени билген болсам, эшикни саклап турурем. Антоба болсун кени еткене, мен улу чырмал бол. Кукалана, сен адамсызлык эткенсе, сөзүнү ашап бетиңи жоюп, башкага качып кеткенсе. Ай медет алла халгынан билсен, билирем саңа етерни. Ишканнан башны ташар дейле, сен көрүр эдин хатерне. Сенден калдым деп ичим күймейди, барды ичими күйдүргөн. Көбетерими этмей оздурдум, болду башны жерге ийдирген. В 1962 году, через пять лет после реабилитации карачаевцев, Северокавказская студия кинохроники сняла документальный фильм «Рядом с Эльбрусом». Примечательно, что было использовано всего две песни. Первая – это «Минитау» – «Эльбрус, красавец» Исмаила Семенова на карачаевском и русском языках. А вторая – это «Песня о Тиберде» на слова Азамата Суинчева. Студенты 15 национальностей живут и учатся в Карачаевске. Не зря его называют городом юности, городом студентов. А где юность, там, конечно, и песня. Эльбрус красавец, смотри сквозь тучи, белой попадки в синеву. Этой вершиной славной могучей налюбоваться не могу. Обычный учебный день характерен здесь спокойной деловитостью. Благодатный, запах свой благодатный, не спеши, подыши. Поднимись на озера, посмотри наши горы, отдохнешь от души, отдохнешь от души. Раздолье тут лыжникам.
Так мы и живем рядом с Эльбрусом.